праздников, обращаясь к проповеди, никогда не занимается самой верхностью, поскольку считается, что это место любая пожалуй, всегда. На ступеньку традиция пошла еще со смерти пророка Мухаммеда, когда следующий период римского халифата поднялся на одну ступеньку, а потом следующий еще ниже, еще ниже. Ну и так, в общем, пока они дальше не дошли до земли, но там все-таки решили правила изменить, и просто чтобы на верхнюю ступеньку никто не поднимался. Ну, честно, как я вам уже говорил, была все время действующая. Сейчас из 19 исторических мечетей в Казани сохранилось 12. Три из них находятся за территорией улицы Татарстан, и остальные как раз в этой части Татарской Слободы. Ну, Татарской Слободы — это промышленный район. Сайдаш, Сарасадыков, там тоже сохранилось несколько.